Ребята, привет. Короче говоря, я в отеле сейчас нахожусь, называется Ютель. Значит, я вам всем рекомендую. Это отель в самом аэропорту в Турции. Значит, либо если вы едете перекладными и не выходите за сумками, либо в нашем случае, когда мы едем из США, потом нужно выходить, забирать багаж, возвращаться. Если у вас время есть, позволяет. Вот в нашем случае получилось, как-то мы быстро управились. Я в прошлый раз летала сама. Сюда? Летала сама и как-то все время попадала в очередь. Я сейчас с семьей и быстро нашли все, сумки быстро забрали, все быстро сделали. Знаете, какой симпатичный отель. И попали в этот, на вылет уже обратно на Сочи. Мы попали на этот самый быстро, быстрее гораздо, чем обычно. И из-за этого у нас появилось время 4 часа. Советую вам попасть в этот аэропорт, этот отель. Он прямо возле стойки регистрации на Сочи. Вы знаете, 3 часа мы поспали. Просто вот земля и небо, как будто вот другие люди совсем. Так, на другой этаж. Сейчас я покажу вам, как внутри выглядит. Ну, очень симпатичный отель. Минимум стоит у них, по-моему, 4 часа. И можно за $100 переночевать. Ну, или переночевать, либо это самое, вот такой летит отельчик. Либо просто поспать, отдохнуть, покушать. Можно ресторан. Прямо буквально вход из аэропорта. Очень удобно. Особенно если вам надо лететь overnight, останавливаться. Но даже если 3-4 часа, я думаю, что он этого стоит. Вот так называется. А тут вы ходите? Чекал. Ага. А вот, смотрите, вот так ходишь, мы уже в аэропорту. Вот аэропорт. И вот... вот Air, это наша. Ой, Юхи, вы не разумеете, тут чекаут. Ну, чекаут я. Air, это наша стойка, где мы будем сейчас на Сочи лететь. А вот этот отель. То есть буквально вот сразу же вот вышли в аэропорту и развернулись. Вот этот отель вот так называется. Вот. И дальше мы идем вот туда вот. Значит, здесь мы бросаем сумки на Сочи. И идем вон туда на таможню проходить, на посадку. Поэтому я вам всем советую сюда обязательно идти, в этом отеле останавливаться. Он того стоит. Просто очень устаешь. Ага, наши чемоданы пришли. Thank you very much. И оно того стоит. $100 через 4 часа. Вот, поспали, отдохнули, приняли душ после перелета США. Это очень удобно. Все, пока, до связи.